Еще Садулаев вернулся в Грозный после операции. Я напомню, что он восстанавливается после тяжелой травмы, после разрыва крестообразных связок колена. И прямо сейчас мы подключаем к нашему эфиру комментатора матча Адама Ахмадова. И Лечи Садулаев вместе с ним расскажет о процессе своего восстановления. Приветствую, коллеги. На самом деле по Садулаеву соскучились в Грозном практически все болельщики, потому что это настоящий лидер уже команды, тем более это воспитанник чеченского футбола. Наконец-то, спустя 2 месяца, Лечи вернулся в Грозный, но пока что до возвращения на футбольное поле еще нужно потерпеть. Пока мы можем пообщаться с Лечи. Лечь, во-первых, с возвращением. Скажи, как сейчас себя чувствуешь после операции, после первого этапа реабилитации? Чувствую очень хорошо. 2 месяца прошло. Вроде бы начал бегать уже нормально. Что говорят врачи, как долго еще тебе нужно индивидуально работать? Примерно говорили 3 месяца. От работы зависит все. Буду работать. Все по плану. Скажи, насколько соскучился по команде, по футболу? 2 месяца не видел партнеров по команде. Соскучился по Грозному уже. 2 месяца дома не был. Приехал, пообщались со всеми, поговорили. Настрой хороший у них, боевой. Ну и последнее. В прошлом сезоне вам удалось занять 5-е место. Это повторение рекорда. Скажи, после такого успешного выступления, насколько тяжело психологически, да, и какие вообще ожидания в новом сезоне? Это наоборот хорошо. Это настрой на следующий сезон. Хотим еще быть еще выше, как можно. Я думаю, у всех хороший настрой. Мы покажем хороший футбол. Ну что ж, Лечь, мы пожелаем тебе скорейшего возвращения, выздоровления, как говорят у нас здесь, в Чеченской Республике, да, маршал, да, Азербайджан, Алхуль. Я напоминаю, это Лечи Садулаев, полузащитник и один из лидеров Ахмата, который сейчас восстанавливается после травмы крестообразных связок. Адаму Ахмадову спасибо, Лечи Садулаеву здоровья, ждем возвращения, но из Грозного не уезжаем и слушаем интервью главных тренеров.